Суздаль состоялось закрытие 23-го фестиваля анимационного кино. Он проходил с 13 по 18 марта. Напомним, что в этом году на конкурс было прислано рекордное количество работ – более 300. Фильмы оценивало профессиональное жюри, в числе которого режиссер, сценарист и художник Сергей Алибеков. Скажу, что оценивать кино всегда очень сложно. Да вообще в искусстве делить что-то – довольно такая неблагодарная задача. И очень трудно, потому что сейчас особенно вот молодежь показала довольно высокий уровень. Хорошо селекционная комиссия поработала, уровень у всех высокий, поэтому было сложно выбирать. По словам организаторов конкурса, в этом году фестиваль был наполнен новой женской анимацией, хотя и корифеи мультипликационного кино также удивили жюри. Я в этом году очень почувствовал непрерывность поколений анимационного дела, да? В этом году, вот у меня в кармане лежит рейтинг, который я пока не буду говорить, а вдруг кто вас слушает. И там прекрасным образом смешались картины мастеров уже признанных, такого среднестаршего поколения, и совсем недавно вступивших на анимационную тропу. Нет ничего прекрасней, чем такого рода обстоятельства. В каждой номинации выделили несколько работ, которые отметили призами и дипломами. Одним из победителей изюминкой Суздальфеста и питчингом мультфильмов стала работа «Под облаками» студентки факультета анимации мультимедиа в ГИК и Василисы Тикуновой. У меня история про барашка по имени Уолтер, который очень мечтает стать облаком, но у него не совсем получается. Он пытается взлететь, но падает. И потом, в конце, он все-таки, ему приходится переосмыслить как бы свое существование. Но в конце он все-таки исполняет свою мечту, но не совсем так, как ему бы это изначально хотелось. А главный приз 23-го фестиваля анимационного кино получил короткометражный фильм «Суета-сует» режиссеров Алексея Туркуса и Алексея Шелманова. Работа с юмором рассказывает о любви в провинциальном городе, наполненном чудесами. К слову, фильм выполнен в технике компьютерной перекладки. Эмоции очень высокого градуса, скажем так, потому что, конечно, это очень приятно, такое признание, это настолько дорого, что это бесценно. Я, так сказать, просто, я даже не знаю, что сказать, потому что это, кстати, это чувство, ну вот, это прекрасно, спасибо. Я не скрываю своей радости. Алексей Туркус был удостоен еще одной награды. Он стал президентом следующего открытого российского фестиваля анимационного кино. Мария Котлярова, Стас Трюкубов, Губерния, 33.